Деньги украинских налогоплательщиков идут на борьбу с собственным населением. Таксист Елена Субботина на Аконте за 24 ноября 2020 года. Когда к власти приходят откровенные профаны и глупцы, это катастрофа для любого государства. Так произошло и на Украине. И если при Порошенко там оставались хоть какие-то крупицы профессионалов, то с приходом Зеленского, чье главное занятие – игра на рояле, к власти пришли совершенно некомпетентные идиоты в лице блогеров, свадебных фотографов и кривляющихся актеришек. Принятие бюджета на будущий год – сложная и серьезная работа, которая затрагивает экономику, развитие государства, уровень жизни граждан страны. Но это не про Украину. Принятый бюджет на 2021 год на Украине – это не про заботу о своих жителях, это совсем про другое. Зеленский продолжает увеличивать расходы на силовой сектор, упорно игнорируя экономические трудности страны. А ведь все это за счет и в ущерб простому люду. О них уже не вспоминают, они никому не нужны. Там наверху живут в какой-то другой реальности, не понимая, что внизу пока еще есть люди. Зеленский говорит про какое-то миротворчество, а на самом деле тратит необоснованно большое количество денег на поддержание репрессивной системы. Между тем, в обедневшей стране, где продолжается война со своим народом, теряются целые отрасли промышленности, заявил политолог и экономист Александр Дудчак. В проекте государственного бюджета Украины на 2021 год заложены рекордные расходы на репрессивно-силовой блок – 308 миллиардов гривен, что эквивалентно почти 30% всех доходов страны. Для нищей, находящейся в экономическом кризисе Украины, это очень много. Из уст поклонников нынешней версии украинского государства в качестве оправдания звучит: «Так ведь в стране война». На самом деле не в войне дело. На Украине сегодня существует немаленький перечень репрессивных органов, подавляющее большинство которых не имеет вообще никакого отношения к так называемой войне, а некоторые практически не подконтрольны государству. Что же собой представляет украинский репрессивно-силовой блок? К нему, помимо Министерства обороны, относятся многочисленные правоохранительные структуры, включая антикоррупционные, прокуратура, судебные органы, органы исполнения наказаний и спецслужбы. Вот их перечень из проекта закона о госбюджете на 2021 год и предусмотренные на них расходы в миллиардах гривен. Министерство обороны Украины – 137,5, Министерство внутренних дел – 98,3, это миллиарды гривен. Государственная судебная администрация – 15,7, Служба безопасности Украины – 15, Офис генерального прокурора – 9,5, Государственная уголовно-исполнительная служба – 7,2, Служба внешней разведки – 4, Главное управление разведки Министерства обороны – 4, Администрация специальной службы защиты связи и информации – 3,9, Государственное бюро расследований – 2,5, Бюро экономической безопасности вместе с налоговой милицией – 2,5, Верховный суд Украины – 2,4, Управление госохраны – 1,7, Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции – 1,1, Национальное антикоррупционное бюро Украины – 1,1, еще 6 органов – 1,6. Напоминаю, это все в миллиардов гривен. Нетрудно сосчитать, что всего таковых 21, и это еще не выделено отдельной строкой специализированная антикоррупционная прокуратура. Расходы на нее учтены в составе расходов Офиса генерального прокурора, хотя де-факто ему она не подчиняется, равно как не подчиняется она и государству Украина. И это несмотря на то, что практически все эти антикоррупционные кормушки активно участвуют в коррупции. Увеличение количества правоохранительных органов точно не привело к улучшению ситуации с преступностью и соблюдением правопорядка на Украине. Все произошло с точностью до наоборот. Зачистка профессионалов из МВД и слабый интерес руководства государства к проблемам простых украинцев, сталкивающихся с преступностью, о чем уже доведенные до крайности простые украинцы не стесняются говорить прямо. Превращение МВД в аппарат, обслуживающий интересы министра Авакова, и функционирование под крышей МВД и спецслужб парамилитарных формирований националистического толка, как правило, прикрывающих националистическими лозунгами еще и обычную преступную деятельность, избирательное преследование людей и правосудие. Все это резко ухудшило криминальную ситуацию в стране. Случаи безнаказанных избиений и убийств людей, рейдерских захватов бизнеса, не говоря уже о кражах, грабежах и разбое, стало повседневным явлением на Украине.
Правда, согласно официальной статистике, в сравнении с последним спокойным 2012 годом выросло только количество убийств в 3 раза и похищение людей почти в 3 раза, тогда как количество грабежей и разбоев даже сократилось. Но это особенности учета и квалификации нынешних преступлений, когда расстрел автобуса, брошенная граната и тому подобное зачастую квалифицируется как хулиганство, а комментарии в соцсетях называют изменой, сепаратизмом и терроризмом. Весь антикоррупционный блок с 2015 года смог посадить за решетку аж 2 безвестных чиновников, даже не средней руки. Антикоррупционные ведомства при этом приписывают себе возврат в бюджет около 600 миллионов гривен, но расходы на их содержание за период деятельности были в десятки раз большими, даже если верить этим цифрам. Разумеется, коррупции в стране при этом меньше не стало, наоборот, еще и добавилось в рамках движения против нее же. Однако западных кураторов деятельность этих органов полностью устраивает. Никаких шансов на изменение сложившейся ситуации нет. В рамках новых кредитов Украина берет на себя все новые обязательства по передаче западным партнерам контроля над очередными силовыми ведомствами. Но финансироваться они при этом продолжат из скудеющего украинского бюджета. Есть среди украинских политиков и те, кто понимает весь ужас происходящего. Так Медведчук пытается настаивать на увеличении расходов бюджета на социальную сферу, здравоохранения и образования. Да ладно вам, не смешите. Только для Авакова и его полицая выделят на Украине деньги, а там, глядишь, и концлагерей настроят, чтобы популяция народа уменьшить. Это что ж получается? Треть бюджета на погашение долгов, а треть на надсмотрщиков и полицаев Авакова. А как же развитие промышленности? Как же простые люди? Как же социалка? А не тут-то было, господа украинцы. Каждый год как последний, ведь когда-то на Украине строили самолеты, ракеты, корабли, делали двигатели для самолетов, кораблей и ракет, и даже строили экранопланы. А теперь главный экспортный товар – зерно, батраки и проститутки. Ось за С, стрыбав Майдан. Вот за это скакал Майдан. Всему свое время, ваш таксист. Деньги украинских налогоплательщиков идут на борьбу с собственным населением.